Массовым уничтожением собак в Ухте занялась республиканская прокуратура. Напомним, в гаражном массиве неизвестный застрелил 3 собак. Горожане сообщили об этом в полицию. У нас ряд собак фигурирует, да, есть заявление потерпевшей, которое сообщает нам о том, что животное в данное время было пристегнуто, то есть было на цепи, соответственно, имело хозяина. Прокурорскую проверку инициировал депутат Госсовета, лидер партии «Зеленая альтернатива» Виктор Бетехтин. По его словам, в Ухте активность докхантеров приобретает систематический характер. Город стал лидером статистики по республике. Причем докхантеры используют главным образом огнестрельное оружие. К сожалению, большому у нас есть гибель животных, но и тот же самый момент, что могут пострадать и люди. Что систематически данные происшествия случаются. Надеюсь, последнее, которое произошло у нас недавно, на нем уже среагировала республиканская прокуратура, руководство. И дальше началась уже такая большая крупная проверка. Активно орудуют докхантеры и в Инте. Здесь собак преимущественно травят ядом. Тела отравленных животных уже отправлены в Сыктывкар на экспертизу.